Этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Работать для вас будут Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Смотрим многообещающий матч. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против «Ренна». Очень хороший футбол мы сегодня с вами увидим, поверьте мне на слово. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Это состав Рен. 4-3-3 сегодня у них. И, похоже, края не столь выдвинуты вперед. Упор сегодня на центр. Игра началась, смотрим. И пас перехвачен. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Может забивать. В воротах все мяч уже видели. Все, кроме вратаря. Удивительная у него реакция. Он просто потрясающе сыграл в этом моменте. Спас угловой разыгран. Наезд точно в руки вратарю. Не без труда, но этот мяч вратарь забирает. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Здорово сыгран, удар заблокирован. И это мяч для вратаря, сильным пас получился. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Навес напрашивается. Аут будет. Виталий Буяльский.